TechSet Казахстан приветствует вас. И сегодня у нас обзор неубиваемого телефона TechSet 503 RS. Давайте посмотрим на упаковочку. Здесь мы видим основные характеристики, из чего он состоит. Так, собственно, открываем его. Здесь мы видим инструкцию по эксплуатации, полностью на русском языке, гарантийный талон, сам телефон, вот он находится в такой специальной желтой защитной крышке. Вот это солнечная батарея. Когда она заряжена, ее достаточно на несколько звонков. То есть, если у вас разрядится основной аккумулятор, вы можете использовать солнечную батарейку, чтобы позвонить. Здесь мы видим основные, ну, очень удобные большие кнопки. Их очень удобно нажимать. Джойстик во все стороны. Кнопка «Позвонить», что достаточно стандартно. Кнопка «Сбросить вызов». Крышку можно открутить. Снять, она полностью съемная. Но если вы хотите, чтобы ваш телефон действительно был неубиваем, тогда крышку вам нужно будет оставить. Итак, значит, чтобы снять крышку, нам нужно открутить. Сейчас мы это произведем. То есть крышка у вас сама никак не открутится, нигде не выпадет. Соединяется солнечная батарея. Здесь мы видим слот для сим-карты, информацию и батарейка, которая утапливается очень хорошо. Также здесь у нас находятся наушники с управлением, зарядное устройство и батарейка, которую мы как раз и вставляем в наш смартфон. Закрываем крышку солнечной батареи. Закручиваем болт. Итак, после того, как мы его закрутили, одеваем обратно нашу защитную крышку. Включаем телефон. Видим фирменную заставочку TechSet. Вот он уже готов к работе. Телефон очень шустрый, как мы видим, если передвигаться по навигации, телефон работает очень быстро. Здесь есть достаточно стандартный набор меню, есть радио, есть настройки, контакты, ну, соответственно, все самое обычное сообщение, SIM и так далее. Теперь есть джойстик, которым мы можем очень удобной навигации. По джойстику. Сейчас у нас отсутствует сим-карта, поэтому мы не можем в полной мере проверить звонок, но в нем нет ничего особенного. Итак, сейчас мы с вами будем проводить испытания на прочность. Те самые испытания, о которых я говорил в самом начале. Как мы видим, телефон защитной крышки. Он достаточно габаритен, но он легко помещается в карман. То есть с ним очень удобно. Телефон имеет стандартизацию защиты от пыли, воды и грязи марки IP65. Итак, для начала мы возьмем песок. Давайте проверим, сможет ли телефон, побывав в песке, остаться точно таким же и никуда песок не попадет. Я напоминаю, что динамик достаточно неоткрытый. Здесь и здесь, но как это будет выглядеть на самом деле, давайте узнаем прямо сейчас. Итак, мы кладем телефон в песок. Как мы видим, экран уже там. Итак, достаточно много песка мы здесь набрали. Стряхнем.
Вон, видите, сколько сыпется с него песка. Итак, телефон полностью работоспособен. Зайдем в меню. Можем направляться по навигации. Мы его немножечко запачкали. А сейчас у нас следующее испытание. Испытание водой. Давайте его полностью окунем в воду. Вот вы можете наблюдать, что он в воде. Экран погас. Означает ли это, что телефон перестанет работать? Нет, он работает. Он просто ушел в ждущий режим, потому что мы, как он считает, с ним ничего не делаем. Итак, он рабочий. Итак, теперь мы будем проверять. Здесь, кстати, установлена пленка, которая вот немножечко сейчас после воды. Она... Но это защитная пленка, обычная пленка, когда вот идет с магазина. То есть, если мы ее снимем, мы увидим, что она будет обычной. Итак, сейчас самое интересное у нас... Это испытание на ударопрочность. Давайте посмотрим, выдержит ли телефон прямого удара. В данном случае мы взяли такой вот ковш. Итак, мы смотрим. Еще дай! Стоп! Ну что, выдержал ли наш телефон? Как видим, выдержал. И сколько бы мы не стучали, мы видим, что телефон продолжает работать в самом обычном для него режиме. Так, и, собственно, все кнопки работают. Кстати, кнопки подписаны на... русском языке, также дублируется, что очень удобно, так как телефон у нас российской разработки. Итак, ну что ж, теперь мы можем с легкостью снять защитную пленочку и увидеть, что экран у нас полностью целый, красивый и ничем не испорченный абсолютно. Это был обзор смартфона, телефона, простите, TechSet 503 RZS. Спасибо, что были с нами. Он выдержал все абсолютные испытания, возложенные на него. А розничная цена ниже $100. Вот за такой вот телефон. Спасибо, что были с нами. До свидания. Оставайтесь в TechSet Казахстан.